Поехали. Кто, какая часть, зачем пришел? Ронь Алексей Николаевич, 25-я бригада, воинская часть, 75-240. Да, блядь, четче скажи. 242. 75-242, воинская часть, 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Драйвер. Нас тут обманули маленько. Ну, вот так вот оказалось, что теперь я здесь. Вы что? Лужков Иван Максимович, 25-я бригада. Что-то сложное или нет? Исковая часть 75-202. Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель учения. Кто послал? Конкретно командование кто послал. Конкретно. Конкретно я не могу сказать, кто конкретно послал. Вместе поехали. Даже часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Столуш Александр Анатольевич, 25-й бригада, та же часть, водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что